Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня у нас будет обзор семян цветов однолетних. Некоторые из них мы выращивали в этом сезоне, а другие будем выращивать только в следующем. Выбор просто огромный. Ну, начнем, наверное, с тех, которые уже цвели, так скажем, у нас в этом году. Вот такое вот растение клеома, цветной фонтан. Растение достаточно высокое, вот около метра или даже выше. Зелень совершенно не увядает, то есть даже самые-самые нижние листочки остаются вот такой вот привлекательной зеленой, такой яркой окраски. Цветет с середины июля и до самых заморозков. Ну, как бы выпускается сперва центральная вот эта, так скажем, махалка, которая постоянно цветет, просто становится все выше и выше и выше. И потом зацветают и дополнительные побеги. Цветение не описать словами, то называют клеому еще цветком-пауком. Такое паукообразное как бы цветение. Очень красивое. И семена вот в этом году мы насобирали очень много семян. Поэтому сеять можно, соответственно, в первый год с магазинных, а затем уже просто собирать и сеять своими семенами. В теплице на рассаду ее высевали в конце апреля месяца, всходит достаточно долго, где-то около 2 недель. В первое время вообще думали, что попались просроченные семена, что они не взошли. Но потом уже клеома она взошла. То есть подольше нужно ждать именно всходов. Ну, совершенно нетребовательная и в стадии рассады, и сравниваем ее даже вот с томатами. Очень она неприхотливая, такая живучая, правда. Совершенно нет никаких с ней проблем. Высокое такое, очень красивое, массивное растение. Обязательно стоит попробовать посеять. В этом году также сеяли вот такой вот львиный зев. Цветет он у нас, наверное, где-то также с июля и до самых холодов. Даже вот в этом году, что интересно, были заморозки достаточно сильно, а листочки даже не замерзли. То есть только потом уже, когда прям минус 10, наверное, стали, и снег выпал, тогда только подмерзли, может быть, он даже перезимует, ну, не знаю, увидим уже весной. Цветение вот такое вот очень красивое, кусты вот такие вот тоже у него листва, оно как бы совершенно не выгорает, такая вот крепкая, зеленая, очень красивая, и цветет очень тоже замечательно, поэтому стоит попробовать вырастить. Бархатцы, ну, ими, конечно, никого не удивишь. Ну, в принципе, тоже вот такой вот очень красивый бархатцы кармен. Невысокие, где-то около 30-40 сантиметров. Цветут до самых заморозков. Также еще в этом году выращивали гелиотроп. Про него очень много мы рассказываем. Просто замечательное также растение. Сеем только его, единственное, на рассаду дома. В конце, наверное, марта. Ну, так как долго он достаточно так вот развивается, поэтому сеять нужно уже даже, может быть, и в середине где-то марта. А затем уже, когда уйдут возвратные заморозки, в июне месяце совершенно спокойно высаживаем его в открытый грунт. Можем, конечно, высадить пораньше, но тогда требуется укрытие от именно возвратных заморозков. И цветение очень продолжительное. То есть сперва отцветает это центральное, опять же таки, так скажем, кисть или соцветие, а затем уже зацветают боковые побеги. Очень-очень красивое цветение, ароматное, вот такой вот замечательный цветок. Поэтому попробуйте обязательно посеять его. Космею также выращивали. Ну, космеей также никого не удивишь. Единственное, вот это у нас космея махровая. Не обычная, а махровая, то есть более такой пушистый, так скажем, цветок. Ну, и цветет очень долго, до самых также заморозков. И, в принципе, совершенно не требователь ни к почве, ни к каким-то условиям. Растет даже в самых таких вот не очень окультуренных именно почвах. Следующий в этом году выращивали амарант. И это просто шикарное растение. Куст, наверное, около 1,20 м высотой. Вот такие вот прям махалки, кисти этих красных водопадных таких соцветий, цветов. Очень прям он такой и массивный, и красивый. Как вот плакучая ива такая, свисают эти такие вот хвосты. Очень яркий. Ну, просто не хватает слов, чтобы описать всю эту красоту. Выдерживает также он
вот эти вот не возвратные, а уже заморозки, даже, наверное, в середине сентября, когда у нас были первые заморозки, он выдерживает минус 2, минус 3, но, конечно, посильнее уже его убивают, поэтому жалко было, что такая красота, но, к сожалению, у нас вся повымерзла. Именно уже, наверное, в середине сентября. Нет, не в середине, наверное, к концу сентября. Нетребовательно совершенно в рассаде. Опять же таки, высевали в апреле месяце в конце. В ящике растет очень быстро, всходит тоже очень хорошо. Семян очень много. Выгодное приобретение. Просто, ну, не знаю, сколько еще можно сеять. Наверное, года 3 или 4. Очень много семян. Ну и опять же скажу, что нетребовательно совершенно в каком-то уходе, растет буквально-таки как сорняк, но очень красивое, мощное и замечательное растение. Выращивали в этом году также вот такой вот левкой, но на упаковке вот он, видите, такой красивый, а почему-то у нас он такой не вырос. Иногда вот такое несоответствие, именно то, что у нас указывает производитель на упаковке, а что у нас потом вырастает в итоге, ну как-то не впечатлил, так скажем, поэтому... Низкорослое растение такое вот, наверное, 30 где-то сантиметров, 40. Ну вот как-то о нем сказать ничего особо не можем, потому что не вырос вот такой именно. Как-то он не очень быстро отцвел и совершенно не впечатлил, так скажем. А вот такие вот цинии. Цинии огромное количество, бывает низкорослые, бывает высокорослые, до 1 метра. В частности, вот эти вот яркие окраски цветут с начало июля, сеяли ее также в конце апреля, начале мая, на рассаду вот в теплице и просто радуют все лето до самых, опять же таки, заморозков. Такие очень крупные цветы, вот современные вот такие вот цинии, цветок у них около 15 сантиметров в диаметре. Просто красота неописуемая, яркие вот такие вот, есть оранжевая такая вот расцветка, просто обалденная. Поэтому цинии, конечно, это украшение любого сада. Единственное, возвратные заморозки их погубят, поэтому нужно уже высаживать в открытый грунт, когда у нас минуют вот эти возвратные заморозки. И в рассаде. Единственное, некоторые выращивают ее, в частности, мы раньше выращивали на подоконнике. На подоконнике она очень сильно вытягивается, поэтому лучше ее сеять в теплицу, где опять у нас также днем тепло, ночью прохлада, и она у нас совершенно не вытягивается. Очень такая крепкая рассада получается. Поэтому цветет очень-очень красиво. Так, ну, наверное, все, закончили все те, которые мы выращивали в этом году. На следующий год приобрели вот такую тушольцу, яблоневый цвет. Это у нас низкорослый почвопокровник, так скажем. Застилает все таким вот ковром цветов. Цветы раскрываются только в солнечную погоду, когда вот какая-то тень, тогда они не раскрываются. Сеется он уже потом и сам также, потому что ну, самосев у него есть. Можно собирать семена именно. Но многие вот говорят, что сам он, вот эта самая шульца насеется, и уже на следующий год просто почву как бы они перекапывают, и все. И уже она сама всходит. Тоже очень достаточно красивое, такое вот низкорослое почвопокровное растение. Так, идем дальше. Вот такой вот, даже как бы его выговорить, пенсатемон. Сенсация. Это у нас также однолетник, но в теплых регионах он даже может быть многолетником. Высота у него где-то 50-70 сантиметров самого растения. Вот такие вот красивые, тоже такие, так сказать, махалки цветов. Не выращивали, поэтому как бы интересно попробовать. Здесь смесь окрасок. Белая, красная, фиолетовая и сиреневая. Без опор выращивается, устойчивый. И вот такие собраны цветы в удлиненные кисти длиной 20 сантиметров. Тоже очень такое вот красивое растение. Не выращивали, поэтому не могу ничего сказать. В этом году только будем сеять. Семян, по ощущениям, очень много в упаковке. Так, идем дальше. Ну, петуния, вот такая вот петуния. Рубиновые звезды. Про петунию очень много, так скажем, видео в интернете. Очень популярный этот цветок. Ну, такая гибридная петуния. Достаточно она такая вот, так скажем, мощное растение, сильно ветвистое, 40-45 сантиметров в высоту. Ну, очень неприхотливое, так скажем, именно к погодным условиям, устойчивое к таким вот перепадам температур. Георгинами также никого не удивишь, вот такие вот
махровые, низкорослые георгины будут украшением любого сада, поэтому смело можете также их высевать на рассаду в теплицу, ну либо же, если нет теплиц, тогда нужно высевать их уже не так рано, то есть где-нибудь, наверное, в конце апреля также. А затем уже в июне, когда минует угроза возвратных заморозков, чтобы у нас рассада не вытянулась, будем высаживать их в открытый грунт. Вот такую вот эпомею, пурпурная смесь окрасок, приобрели. Очень, конечно, это замечательное растение для беседок, для каких-то вот таких вот не совсем даже, может быть, и красивых мест, которые вам нужно прикрыть. Так, и вот такое вот быстрорастущее растение, так сказать, лиана, наверное, даже мощные плети длиной до 3 метров. Растут быстро, формируют обильный покров цветов 10-12 сантиметров в диаметре. Такая вот красота у вас будет. Выращивается также через рассаду. Такая вот красочная ширма в вашем саду будет. Очень красивая. Так, и астры. Ну, астры выращиваем, конечно, каждый год, но вот в этом году вот такие вот астры. Две низкорослых, около 30 сантиметров они в высоту. И вот такая вот астра высокорослая, около 70 сантиметров в высоту. Куст у нее крепкий, устойчивый и достаточно широкий, вот так скажем, в обхвате. Цветок 10 сантиметров в диаметре. Но в последнее время мы решили отказаться от именно таких вот высокорослых астр, но по традиции все-таки приобрели одну, потому как цветок вот этот достаточно тяжелый. Почему-то у нас, вот именно когда сильные ветра, когда какая-то непогода, они постоянно вот склоняются именно к земле. Поэтому решили все-таки выращивать больше именно таких низкорослых астр, которые гораздо устойчивее, так скажем, к этим непогодам. Цветут они, может быть, менее такими крупными цветами, но зато это цветение, так скажем, более яркое. Ну, посмотрим, не знаю даже. Попробуем и такие посеять, и такую вот именно посадить астру королева сада малиновая. Что касается проращивания семян астр, у нас на канале выходило видео, не одно даже, именно про проращивание астр семян и их результат. Поэтому, кому интересно, заходите в плейлист «Цветы для шикарного сада», и, может быть, вам пригодится этот опыт проращивания астр на ватных дисках. Очень хорошие. Если семена хорошие, то 100% результат у вас просто гарантирован. Поэтому такие вот и розовая такая астра, низкорослая, сиреневая, и такая вот малиновая, высокорослая на следующий сезон. Поэтому такие вот семена, конечно, огромное количество разнообразных таких вот растений, и при этом в каждой группе, например, у астр просто разные окраски, очень красивые, у цинний просто огромное количество, и у клеома также. Но обязательно вот советую клеому, конечно, посеять. У любого садовода она вырастет абсолютно, потому как очень живучее, так скажем, растение, цветет тоже достаточно красиво. Амарант, в принципе, тоже вообще совершенно не нужен ему какие-то сверхуход какой-то. Ну и, в принципе, это космея и бархатцы, то есть много цветов, которые совершенно простые в выращивании, и с ними справится абсолютно каждый. Желательно, конечно, чтобы, вернее, обязательно, чтобы семена были хорошие. Тогда у всех не будет никаких проблем. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.